так. Вот она игра, я думаю, не стоит. Почему этого я не делал? Так, это все бонус. 12-2 уже сейчас в матче. Всего лишь 2 раунда взяли. Вагман еще дает минус Джонни. И Лазер остается 1-2 из Вагмана и Морфа. Что там берут? 13 раунд милы. Переход у нас с орнами. Так, и это что, будет первое поражение. Вторая пистолет у нас. Не могу понять, что делают. Не халдят. Но потом как они будут входить, мне интересно. Вторым как. Видимо, пистолетку хотели играть от минуса. Нет, по минусу, конечно. Так, давай не разы. Ой-ой-ой, морф заливает Джонни. Боже, что дает клиент. И идет раунд для своей команды. Очень хорошо сыграл агент. Подавал игрока и убил игрока, который стал плент. Четыре тринадцать бай у Мило. Слон у нас смешли. Так, поправим. Нужен принять сейчас улицу. Здесь экшен сейчас будет на улице. Агент. Что, Джонни минус у нас вина? Пока халдятся у нас, да? Ждут, пока кто-то вылезет на них. Ну ладно, а эры поджимают нас. Ромбы. Смеш минус. Вагнер минус. Уходят они. И Вагман. С хич. Сейчас вдвоем. Вагман Лакост убивает Вагмана просто. Да, спасибо, что. Да, спасибо, что сказали. Тринадцать пять. И пошел.
команда ER. И что будет делать милы? По-моему, есть два респабела у них. Почему-то не обратил внимания на это. Ну, морф. Лазер будет сюда принимать. Никакого эффекта еще нету. Морф у нас уже на улице. Тусуется за красным. Никого не видят. Жевать, да, прилетела ему хаешка. Он понял, что за ним следят. Лакоста. Минус 1. Минус Лакоста. Динер еще минус лазер. И... агент. С неудобного положения минус Винер. Хитч минус агент. Видел тебя. Джонни, что ты делаешь? Прекрати. Да. Джонни просто отвлек на себя внимание. И смеш. Решил этот раунд. Шестой раунд игру эры. Не могут. Уходят у нас. Серия разменов. Смеш выходил. Он убил, и Лакоста остается. Ого, 1-2 уже остается. Остался 1-4 минус у двоих. Ждет. Морф. Морф просто ставит. 14 раунд для него. Это уже интересно. Минус 2. Вагнан минус лазер. Минус 1 и минус 7 раунд для АР. Двойное преимущество у милов. Что же такое? Пауза, что ли? Не могу я понять. Происходит. Наверное, пауза. А, выкинула из игры Лакоста.
Так, у нас пауза еще до сих пор. Что-то случилось с компьютером Лакоста. Но я думаю, в скором времени его возобновлять. Осталось смело взять два раунда и выиграть денюк у команды из Луцка АР. Что ж, ждем игрока из АР. Так, присоединился у нас. Должен был присоединиться, да. Лакост. Джонни отходит. Антифаст флеш. Снимает на желтом. И у нас... Гейм пейнтинг. Уже и без этого. Так, уже отпустили. Отпустила сервер. А слив умело, кстати говоря. Без проблем. Первый раунд. Команда АР. Восьмой. Ну и игра начинается. Так. Морд стоит 0. Давайте. На аутлайн. Который не удался Милан. И они решают идти на рамбы. Просто получаем подлоги все. Половина команды красные. И лазер грамотно действует и уходит из тех рампов. Ну а милы не спешат заходить на нижний плент, тусуются они пока что на рампах. Ой, морг подловил. Спиннер убивает агента с лазером. И мне кажется, это ГГ. Агент. Внизу у нас. Должен понимать, что не делает. И 1-3. Остается у нас Джонни. Разбивает он решеточку. Тусит на лестнице. Убивает он морд.
Но хич. Хич просто не дал взять больше раундов. Ну что, 16 раундов. Взяли мил. А R взяли 8. И конец. Бегашечка.